Всем привет, меня зовут Полина, и сегодня я покажу вам, как проходит мой обычный день на самоизоляции. Я просыпаюсь где-то 8 или 9 часов утра, валяюсь в кровати, и после долгих переговоров с собой я встаю все-таки. А еще, если вы не знали, то я сейчас ношу капу, и вообще из-за карантина у меня приостановилось мое лечение зубов, точнее не лечение, а выпрямление. И лицо я всегда вытираю одноразовыми салфетками, чтобы не собирать никакие микробы. Потом я протираю лицо дисками, которые заказывала на iHerb, вы, думаю, не раз могли видеть у меня их в видео. Далее иду заправлять свою любимую кровать. Захожу в приложение для музыки на iPad, потому что чаще всего телефон я использую для того, чтобы снимать сторис, и приступаю к тренировочке. Вообще, каждая моя тренировка — это мой полет фантазии, потому что я знаю очень много упражнений из-за того, что ходила долгое время в зал, выполняю присед с подъемом ног в стороны. Далее ягодичный мостик. И главное всегда держать мышцы в напряжении, чтобы был максимальный эффект. Потом идет упражнение на пресс. После выполняю отжимания. Следующее упражнение похоже на кошку, которая пытается перелезть под забором, и оно очень круто прорабатывает руки. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough. А в конце тренировки обычно я немного валяюсь. После тренировки я выпиваю стакан воды, чтобы запустить всякие процессы у себя в организме. Любуюсь немножко в зеркало и помечаю дела, которые я выполнила. А потом спускаюсь на первый этаж, где меня ждет прекрасный завтрак, который мне приготовил папа. А еще за мной такой грешок, я всегда смотрю что-то, пока ем, это очень вредно, я знаю, но, к сожалению, я не могу себя сдерживать, поэтому сейчас я смотрю программу Our Planet на Netflix.
Окей, сегодня мои планы на день. Это с 10 и где-то до часу у меня будут уроки, онлайн-уроки. Началась дистанционка. Класс, ребята. Это, конечно, просто топово. И да, собственно, этим все сказано. Я сейчас очень лохматая, потому что моя мама спит, а я не умею заплетать себе такие косички. Хотя вы меня очень много спрашиваете, блин, сними туториал, как заплетать себе косички. Я не знаю, ребят, как заплетать себе косички. Им уже 3 дня. Класс. Нет, почему 3 дня? Это 3-й. И сейчас я написала маме, может быть, вы даже слышите, как она встает, что может ли она меня перезаплести, потому что я хочу быть все-таки какой-то прибранной на камеру. Ну, не просто на камеру, просто мне уже раздражают такие лохматости. Хотя благодаря этим косичкам я вчера сделала крутые макшоты. Если вы не знаете, что это, то можете погуглить. Вообще, это сейчас тренд в ТикТоке, разукрашивать себе лицо, как будто бы тебя только что задержали. Не знаю, мне понравилось такое что-то необычное. Вот, и собственно, сейчас 9:36, я позавтракала, сделала зарядку. Сейчас буду монтировать сторис, чтобы выложить тоже с зарядкой к себе в Инстаграм. Так что, если вы не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь. И вообще, я на карантине стараюсь не краситься, а просто как-то лечить свою кожу. Сейчас у меня в 10 часов будет русский язык, и мы не будем созваниваться, надо просто зайти в ВК. Нам учительница будет скидывать какие-то задания, и мы должны будем ей отправлять, видимо, ответы. Посмотрим. А еще нам задали уже на сегодня домашку по математике. Это зарегистрироваться на сайте Решу ОГЭ и прорешать вариант. В итоге я вчера это не сделала, поэтому надо сегодня это сделать. Видимо, я буду делать это прямо перед уроком. Ну и ладно. Сегодня надо еще снять рекламу в Инстаграм. Потом, может быть, сниму видео в Инстаграм с макияжем. Потом буду монтировать, посмотрю какой-то сериальчик, поиграем на гитаре. Ну, короче, посмотрим, я вам расскажу вообще, чем я занимаюсь в течение дня. Если честно, очень много времени у меня занимает, чтобы просто валяться на кровати. Поэтому вы не думайте, что я вся такая продуктивная. Просто я с вчерашнего дня начала делать зарядку, ну, тренироваться каждый день. Так что посмотрим на мои результаты через весь карантин. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Меня мама перезаплела, учительница по русскому скинула нам задание, которое надо сделать на оценку. У меня осталось минуток 15. Я люблю русский. Зато можно взять кроватки. Там, получается, в Д будет запятая перед И, потому что это вроде как разные. Ну что, у нас прошел русский, и самое крутое, что я сделала неправильно все задания. Ну, не все, но просто я не понимаю, что там неправильно. Нам до сих пор не скинули правильные ответы, поэтому я просто такая, типа, ну и пофиг. Сейчас у нас будет математика, поэтому мне надо сделать домашку. Вот, возьму такой крем, Lipo Base. И увлажним наше личико и губки. Вот, Pure Purple. Садимся делать математику. У меня будет в 11:20, так что у меня есть целый час, чтобы сделать домашку. Класс. Не забываем пить водичку в течение дня, чтобы наше здоровье было прекрасным. Схема квартир. Еще схема квартир, а где участок и садовник? Окей. Okay. Напротив него расплывается ванная комната. Ну, а потом опять никто ничего не услышит, и начнется у них. Ладно, ну что, здравствуйте всем. Ты что за кролик, а? Я тоже сегодня утром делала. Не кролик. Юшка, а почему не сделала? Я сделала. А где? Ну, видимо, не сохранилась, потому что я буквально вот только что сохранила, и я вам сейчас могу скинуть в ВК. Вы потом посмотрите. Я ответы сфоткала сейчас. Может, не прогрузилась еще? Ну, давай.
Математика у нас дан. Домашку, помните, я тоже скинула. И сейчас у нас будет какой-то вебинар по информатике. Я вообще не знаю, надо ли туда обязательно или нет. Вот, а потом у меня будет английский в 12:40. Блин, у меня осталось 5 минут до урока, я хочу кушать. Пойду быстро что-нибудь похаваю на кухне. Бежим на поиски еды. Пахнет едой. А что готовите? Я сейчас буду готовить картошку по-деревенски. А что, можно просто схавать? Папа. Я взяла хлебчики. И сейчас мама мне еще банан помоет. Собственно, вот мой перекус. Сейчас будет вебинар по информатике. Ну, это они так называли модным словом вебинар. What I need to do? Read the text? Huh? Protect us. It can be like a warning, a signal for us to be careful. Mm-hmm. What does it mean, warning? Спасибо за урок. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Спасибо вам тоже. До свидания. Я не хочу ничего делать до завтрашнего дня, надо сделать уже математику, английский. Я не хочу это делать, бич. Это был мой последний урок, и наконец-то я могу встать. Спасибо. А сейчас я пойду кушать, мне кажется, что там уже все готово, потому что я час назад спускалась, и мама что-то готовила. Это мой обед, картофель по-деревенски и огурчики. Я закончила кушать, и сейчас 2 часа ровно, 2 часа дня, и, в принципе, у меня есть еще целый день, поэтому я хочу сегодня заснять еще видосик в Инстаграм. Вообще, у меня есть одно видео, которое мне надо монтировать, но почему бы всегда не снимать что-то с запасом? Признаться вам честно, вместо того, чтобы делать хоть что-то, я просто сижу в ТикТоке. Так пахнет свечкой. Почему она заложена? Я не понимаю. Я хочу спать. Блин, надо лечь сегодня пораньше, а то я встаю-то рано. Но думаете, я ложусь рано? Нет, 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 нет. Это не про меня. Кстати, сейчас уже прошло 20 минут. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you. Ну что, я сняла видео в Инстаграм, и у меня получился такой интересный матовый коричневый макияж. Так что сейчас я буду снимать какие-то сторис, поговорю с вами, и дальше уже придумаем, чем будем заниматься. Наверное, монтировать. А, нет, я вспомнила. Надо будет убраться. Ладненько. Пока что выйдем в сторис. Мама говорила, эх, писус любится, что-нибудь у нас получится, и мама, мама. Господи, и вы это все слушаете. Я сейчас буду снимать сторис сначала с песенкой. Мне просто нравится, знаете, когда исполнители выпускают какие-то треки и говорят, типа, снимайте под них. Мне всегда хочется поддержать, в принципе, людей, но и будет приятно, если вдруг они заметят и добавят к себе. Это вам такой лайфхак. Терпите. Другой одежды у меня нет. Дэн, мы в деревенском доме. У тебя деревенское тело. Уверен, что тебе что-нибудь найдется. Покопайся в шкафах. Уже копался. Тут одни бабки на халаты. Надень бабки на халат. Окей, сейчас у меня в комнате вот такой бардак классненький, да, надо его убрать, но пока что у меня есть другие планы, потому что я нашла еще одного исполнителя, у которого вышли сегодня песни, я его слушаю, но я еще не послушала его альбом,
Если мне что-то понравится, то я сейчас запишу снова сторис, потому что миссия с Верби выполнена, он меня заметил. Вот, смотрите. Как это зайти? Вот. Верби. Класс. Обожаю его песни, на самом деле. Большинство мне очень нравится, и вообще просто очень приятно, что он меня заметил. Ну что, собственно, снимать всякие сторисы я, в принципе, закончила. Сейчас я вам все покажу. Мне очень понравилась тушь от фирмы Ила Маска. Очень прям круто прокрасила реснички. Думаю, это даже будет видно в видео. А еще сегодня я хочу затестить вот такой гель для умывания. Потому что мой кончился, а Сахёрб еще не пришел. И тут я открыла посылку, и оказывается, у меня был целый гель, про который я вообще забыла. Окей, я прибралась, теперь у меня чисто на рабочем столе, и мне надо сделать домашку по математике, которую я безумно не хочу делать, потому что это тупая тема, и сегодня весь урок, ну вот этот дистанционный урок, меня постоянно тормозило все, и я вообще ничего не понимала, и в итоге я эту тему вообще не поняла. Нам даже не объясняли, мы просто включили видео с Ютуба, хотя я сейчас уверена, что я сейчас снова буду его пересматривать, то есть по сути я просто бессмысленно сидела 30 минут, втыкая в комп, который такой, типа, Так интересно, на улице просто так светло, и снег падает. Вы заметили, как резко посветлело? Сейчас знаете, что мне больше всего хочется? Мне хочется поиграть на гитаре. И вообще, вот вам... Давайте поднимем такую тему, чем заняться на карантине. Собственно, первое — это учеба. Второе — спорт. Почему бы и нет, занимайтесь, в интернете очень много тренировок, в особенности у меня на канале тоже очень много каких-то видео с тренировками, поэтому welcome, полистайте мои старые видосики, да и в этом видео я уже сняла вам какую-то тренировочку, в инстаграме у меня в актуальных сторис тоже есть тренировки. Ну, учеба это, разумеется, если только вот вам как-то со школы будут что-то отправлять и говорить делать, или вы, может быть, тоже проходите онлайн обучение, всем заниматься. Но это надо, это просто развитие, вспоминаем все наши умные вещи, которые нас успокаивают. Но учеба может быть не только, которые вам дают в школе, а это может быть те вещи, которые вы, например, долго откладывали. Может быть, вы хотели давно подтянуть свой английский язык, или не только английский, просто любой язык. Или вы уже хорошо знаете английский, но, может быть, вы лингвист, и вам не помешало бы знать еще какой-нибудь язык, почему бы и нет. Потом смотрите сериалы на английском, чтобы было... Вы можете смотреть даже с русскими субтитрами, так ваш слух хотя бы будет воспринимать как-то английскую речь. Хотя, если честно, когда я смотрю английские сериалы с русскими субтитрами, то мой мозг сконцентрирован именно на тексте, поэтому я иногда даже отключаю, и, в принципе, я все понимаю. Например, я могу включить английские субтитры и все понимаю, хотя, когда я читаю русский текст, я вообще не понимаю на слух, что они говорят, какие-то эти слова... Мне кажется, что я вообще ничего не пойму, а в итоге оказывается, что там не такая уж у них и сложная речь. А вообще, что посмотреть в карантин, вы можете зайти ко мне в Инстаграм и почитать мой пост о моих любимых сериалах. Может быть, еще выйдет видео на YouTube-канал, я его сняла, но не уверена, что буду его монтировать. Но хотя, в принципе, если вы реально хотите, то я и смонтирую на YouTube. Потому что на YouTube я еще немножко рассказала об этих сериалах, то есть вообще про что они, да. Окей, учеба, спорт разобрались, в принципе, то есть учеба, еще разделение учебы, это, может быть, вы давно хотели научиться на каком-то инструменте играть, или же, например, петь, то вам тоже может помочь YouTube, потому что там дофига обучающих роликов, что по вокалу, что по инструментам каким-то, просто бывает такое, что у кого-то лежит гитара дома, и они не умеют играть, может быть,
кто-то из других членов семьи умеет играть на гитаре, но вы там мечтали где-то в глубине души, и вот так же у меня получилось, у меня просто лежала гитара, вообще, на самом деле, у нас никто на ней играть не умеет, но откуда-то она у нас есть. Ну, мой папа чуть-чуть что-то там со своей молодости помнит, как какие-то аккорды перебирать. Вот, ну и в итоге я начала учиться играть, и, ну, вот сейчас как бы продолжаю, хотя давно, если честно, в руки гитару не брала, ничего нового не учила, но я нашла крутые видеоуроки, которые я хочу повторить, потому что там они очень такие простенькие, и на самом деле мне нравится скорее играть не что-то сложное или там научиться вообще там просто быть каким-то мастером, а мне именно хочется исполнять какие-то песни, которые я сама люблю и слушаю. Может быть, вы давно хотели научиться рисовать. Опять же, открываем YouTube и... Думаю, вы знаете ответ. Рисуем. Ну, короче, что на бумаге, вам может понадобиться только карандаш. Даже если у вас нет никаких красок, ничего, просто экспериментируйте вообще со всем. Со всем, что, чем только можно чему научиться, учитесь. Учитесь готовить, учитесь вязать, шить. Я, кстати, очень любила вязать. Мне как-то мама показала и научила меня вот эти петельки делать. И я реально иногда просто брала, мне было лет, ну, допустим, 11 или 12, если честно, вообще без понятия. И я реально садилась и вязала. Но я вязала не что-то, а просто у меня получался какой-то типа шарфика, но такой себе. У меня постоянно где-нибудь косяк или что-то еще, но это так успокаивало. Может, реально возобновить вязание. Уборка. Убираться можно, если честно, много, потому что убираться можно не только на поверхностях, а вообще, во-первых, сделать влажную уборку и сделать ее не один раз, а карантинную с долгий, поэтому планируйте себе хотя бы раз, а лучше два или даже три в неделю делать влажную уборку, то есть это мыть полы и протирать пыль. А что это, кто у нас стоит под воротами? А, уходите, вы не ждали. Окей. Дальше. Уборка. Пылесосьте лучше каждый день, особенно если у вас есть домашние животные. Вот у меня они есть, и вы поймете меня, это попа. Видите, с этими всеми волосами и все в этом роде. Ну ладно, мы как бы справляемся, любим их, лелеем, мы, конечно, шерсть это же вообще. То есть вы видите уже сколько дел. Старайтесь хозяйничать по дому. Я особенно это поняла, когда у меня родители улетали на неделю в Сочи, и я была одна. И, получается, все хозяйство было на мне, и я давно, 100 лет просто, столько, не знаю, не пылесосила, не убиралась, и, ну, все равно приятно жить в чистоте, поэтому не ленитесь. Уборка может быть в телефоне, например, может, вы долго откладываете чистку вашей фотопленки. Смотрите классные сериалы, смотрите классные фильмы, ведь, на самом деле, это просто... бесконечный ресурс, вы все равно никогда в жизни не пересмотрите все фильмы и все сериалы, которые существуют на этой планете. Вообще, я вот могу вам назвать, что мне первое в голову приходит, что я смотрю сейчас. Это The Good Place, в хорошем месте. Там 4 сезона, очень мне нравится, там, знаете, такие повороты событий, типа, что? Вот я вам отвечаю, я сейчас не переиграла, и вообще это реальная эмоция, которая будет у вас, если вы будете смотреть этот сериал. Ну, не знаю, мне прям зашло. Из последних, который мне очень понравился, это «Патриот», это наш русский, вообще просто, ну, персик какой-то, и герой вообще классный, и веселый, и легкий, и вообще топовый. Но я вам советую все равно не залипать целыми днями на сериалы, и вообще мне кажется, что сейчас у школьников вообще не будет времени, чтобы залипать целыми днями на сериалы, потому что лично у меня его нету. Но я вообще блогер, поэтому у меня постоянно есть занятия, которые связаны с моими вот Ютубом, Инстаграмом. Конечно, знаете, самый большой минус карантина — это то, что ты постоянно что-то ешь. Вот хоть у меня дофига дел, но я постоянно хочу кушать, и я уже поправилась, не буду скрывать. Вот. Чё? Курьер привез. Ребята! А я снимала видео. Ой, как приятно! Ой, такого поворота событий я сейчас вообще не ожидала. Дарите девочкам цветы просто. Как неожиданно и приятно. Ой, девочки, все поплыла девочкам.
Радуйтесь каждому моменту, который вы проводите со своими близкими. В общем, мне кажется, я вам уже перечислила много дел, чем можно заняться на карантине. Также можно не только сериалы смотреть, но и читать. Длина окружности, как она учитывается? Мы начали, нам показали про какие-то теплицы. Я вообще до этого ни разу не решала вариант только с теплицами. И вот, это какая-то вообще фигня, если честно. Вот, я сделала 3 задания, не обращать внимания на мой правый почерк. Мой почерк вообще не ах. Вот, и сижу, любуюсь цветочками. Такие красивые. Вообще просто шикарные. Красота! Думаю, сейчас переоденусь в какую-нибудь пижамку. Потому что, в принципе, я уже ничего такого снимать не хочу. Хочу просто ходить в удобной одежде дома. Так что... Надела какие-то шорты и футболочку. Если что, футболка из Страдивариуса, шорты без понятия откуда. А потом я спустилась вниз, и оказалось, что моя мама решила сделать итальянский фокаччо. Я ей немножко помогла. На самом деле, я это чисто для видео сделала. Вот, а потом наслаждалась их вкусом. На часах уже 9:30, и я сейчас просто валяюсь, разговариваю со своим другом по фейстайму. Пойду скоро спать. Сделала, кстати, математику, скинула учительнице, что-то там у меня есть какие-то ошибочки, ну ладно, она меня поправила, в принципе, там, ну, небольшие ошибки, потом завтра снова рано вставать. Вот такой вот вечерочек, сейчас уже без 15:10, я ем это только сейчас, потому что немножко поссорилась с мамой и решила уйти к себе в комнату, но потом все-таки голод взял верх надо мной, вот, и сейчас читаю ваши комментарии и отвечаю всем. Под моей новой фоточкой. О, зацените просто. Ауф. Мне она вообще так нравится, какая-то такая атмосферная. Так что если вы еще ее не видели, не лайкали, то просто подпишитесь на мой инстаграм, пожалуйста. Вот такие вот дела. Время 11:47, я только пришла умываться. Первым делом я смываю свой макияж мицеллярной водой от Garnier. Мне она нравится больше всех. И после этого я... беру гель от Skin Studio и пробую его. Он очень вкусно пахнет. Далее чищу зубы. И так же, как и утром, протираю лицо салфеточками от Stridex, которые заказывала на iHerb. Ты почему не спишь-то? А что должно? Время 12. А вот сколько завтра занятия? 10. Мне очень больно смотреть на свое лицо, но в то же время я его люблю и понимаю, но, конечно, очень обидно. Ну ладно, буду просто надеяться на лучшее, что есть подросток, и со временем это все пройдет. Ну что, ребята, я очень рада, что вы провели со мной этот день. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я всех очень сильно люблю. Целую и крепко.